После Нового года и Рождества традиционно начинаются святочные дни. Они закончатся вечером 18 января, накануне Богоявления. А пока проходят как большие массовые торжества, так и теплые, практически семейные посиделки, посвященные светлому празднику. В Центральной библиотеке прошел рождественский праздник для детей из Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. В гости к ребятам пришел иеромонах Сафроний, настоятель Успенского храма города Видное. Когда он родился, помимо того, что люди пришли поклониться Богу-младенцу, как вы знаете, волхвы, например, пастухи, и каждый принесли свои дары и подарки. Дар – это подарок. Но вот так же и природа. Все звери, животные, травы, цветы и деревья пришли поклониться Богу-младенцу. Ребята с интересом послушали не только удивительную рождественскую историю, но и рассказ о жизни гениального хирурга, священника Луки Воина Ясенецкого. После тематической части праздника организаторы перешли к развлекательной. К участию в интересной игровой программе подключились все. Давайте мы с вами сначала немножко поиграем, потанцуем. Возможно, одна звезда зажжется, а может быть сразу все. Также дети с удовольствием приняли участие в мастер-классе и сделали красивую игрушку для настроения. Праздник завершился вручением новогодних подарков и сладостей.